Руки покажи. Ну что сразу я? Посмотрите, сколько у нас еще красивых пацанов в комнате. Ладно, 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 сдаюсь. Только не бейте. Ну что? Попался? Ну, он же понравился. Алла Михайловна, да за что? Я же ничего такого не сделал, Алла Михайловна. Давай. Ничего себе. Наша фирма со вчерашнего дня банкрот. Так что пускай ребята перед увольнением повеселятся. Так я и думала. Уж больно спокойно все было последний месяц. Ты ни на кого не орал, как обычно. Не метал гром и молнии. Ну, я всегда знал, что ты умнее многих моих консультантов. Муренька, я приготовил подушку безопасности на случай кризиса. Вот здесь векселя на предъявителя. Я побоялся переводить деньги по безналу, потому что, думаю, у нас в конторе есть крот. Короче, ты отвезешь этот чемоданчик на Кипр. Ты знаешь, кому его передать. Mm-hmm. Как только все сделаешь, звонишь мне, и я вылетаю первым же рейсом. И вот тогда, в безопасной обстановке, мы с тобой поженимся. Когда я должна вылетать? Завтра? Послезавтра? Прямо сейчас.